Показать подрастающему поколению, каким в разные эпохи существования Бреста было школьное образование. Первостепенная миссия экспозиции. Выставка поражает своим разнообразием. Здесь представлено несколько разделов, каждый из которых оформлен географическими картами, план-схемами города, различными атрибутами прошлых веков. Атмосферу прошлых лет создают подлинные старинные учебники. Давнишние документы удивляли посетителей своим масштабом. Грамоты, дипломы, тетрадки, дневники, аттестаты. У ребят была возможность не только посмотреть, но и прикоснуться к редчайшим удивительным экспонатам. Сам город уникальный, поэтому, естественно, образование было здесь на высшем уровне. И даже в средневековье считалось, что город наш Бресте древний в средневековой Европе было вторым по образованию в Европе, по уровню образования. То есть это тоже немаловажно, и тут мы хотим донести до детей, чтобы они не просто ходили в школу и знали, что ну надо ходить в школу и надо, а именно то, что это как бы очень достойно, это ценно, это надо ценить, что мы имеем такое полное образование. Школьная форма советских времен, старинные чернилицы для авторучек, ретрофотографии, значки. На тематических стеллажах представлено свыше 500 оригинальных предметов. Каждый из них в точности отражает историю школьного образования Бреста, причем охвачен весь период развития города над Бугом. Брестье средневековое, переход Брест-Литовска в состав Российской империи, история школьного образования Бреста над Бугом, именно так назывался наш пограничный город при Польше. Основное и, по мнению любознательных учеников, самый занимательный раздел – советская школа, школьная политика и образование в СССР. К этой части выставки ребята проявили особый интерес. Рассказывается про школы, которые были раньше. Это очень хорошо для нового поколения, чтобы узнать историю того времени, чтобы понять, как учились раньше дети и как учатся сейчас. Больше всего нравится то, что здесь много колбочек и все такое. И здесь можно попробовать пописать чернилами. Здесь много старых фотографий. Здесь очень затронута старая история. И мне это очень нравится. Тут много старых документов, которые вы больше нигде не можете увидеть. Мне интересно узнать историю нашего города, города Бресте. Мне интересно знать о школах, что происходило тут раньше, о том, как раньше дети учились, как одевались в школах, как ходили. В 2017 году у музея Брест театральный юбилей. Уже почти 10 лет он радует брещан и гостей города различными колоритными экспозициями и уникальными экспонатами. Организаторы, приоткрыв завесу тайны, намекнули, что очередная выставка в честь дня рождения музея будет посвящена теме театра, искусства и культуры.